Всем привет, с вами Марк, и я нашел эти алмазы, да. Это уже вторая часть наших райских приключений. Так, подвинься. Да, я их не читерил, я их сам нашел. Вот когда я закончил снимать первую часть, я тут, ну, побегал, так, где-то дырка-то была. Да, вот там немного закопал. И да, сейчас мы доводим. Вот тут еще 4, прикиньте, я думал тут 3, а тут еще 4. Так, теперь надо повторить, что лавы нету. Нет, это тут лава, все хорошо. Просто уж такое чувство, что лава выйдет. Все, народ, у нас 4 алмаза. И это очень здорово. А в этой серии мы будем искать уже обсидиан. Так, мы пока что тут одни. Ну, то есть, ну, на нас вряд ли кто не сможет напасть. Но мы пока что сделаем себе алмазную кирку, которая нам сейчас очень нужна. А, собственно, мы сейчас можем, кстати, сделать сразу огниво. Потому что оно нам нужно. И нам надо сделать палки и сделать себе алмазную кирку. А так, а там уже дальше добиться, собственно, обсидиан, который мы будем искать. У нас уже 3 ведра. Ну, это классно, наверное. Хотя, не знаю, зачем я сейчас закопал, кстати. Ну, давайте выбираться как-то отсюда. Так, в общем, сейчас мы будем копать, точнее, понимать. Так. Факел. Все. И я буду подниматься наверх. Так, лазурит пропустил. Смысл от него. Собственно, да. Так. А из шахты нам еще не надо уходить, так как. Так, ну все, зомби. И ты же не умеешь плавать вроде. Так. Теперь нам надо найти, собственно, лаву. И воду. Так, наш зомби там будет. Я его даже убивать не буду, потому что он нам и то ничего не сможет сделать. Так, дайте такой паркуром так пройдемся. Стой. Так, лавы я что-то тут не вижу. Так. Опа, у нас неприятности. Ничего страшного. И вот, ой, я что-то сейчас просто чисто ничего не видел. Так, одного убили. Тут их трое, что ли? А, драка скелетов. Драка скелетов. Кто из них выиграет, не знаю. Давайте посмотрим на этот. Ну просто ужасающий бой. Тоц. Давайте, кто выиграет? Пока. Не, ладно. Если вы хотите плохого, то ладно. Так, ладно, давайте пойдемте ко мне. Поищем лаву. Мы ее где-то видели. Надо было, блин, вейпоинт оставить. Ладно. Даже не знаю, куда идти, хотя можно, в принципе, прокопать. Подождите. Вот вы видите? Вот когда я прыгаю, там что-то видно. Такое чувство, что... А, это, по всей видимости, заброшенная шахта. Ладно. Ой. Так, у нас 3 ведра есть. Так, давайте так лучше сделаем. У нас полностью забит инвентарь. Это очень плохо. Да. Так, что выкинуть? Что? Тут бесит уже скелетон. Так, давайте вот тут выкинем, что нам не нужно. Ну, саженец нам уже не понадобится, скорее всего. О, у нас лук уже есть. Да ладно, он может драться. Хотя он почти поломанный, в принципе, можно его выкинуть. Ну ладно, рельсы выкинем, они нам, ну, могут понадобиться, но вряд ли. Так, я даже не знаю. Можно, в принципе, начитерить нам... Да, к сожалению, извините, но мне придется начитерить. Так, можно, в принципе, попробовать. Давайте попробуем начитерить себе. Так, гравий выкинем. Но нам так не нужен. Да. Давайте попробуем. Я не помню, как там обсидиан делать. Ой, надо было все-таки в креативе остаться. Ну, извините, как всегда. Так. Так вот. Так, там камень. Блин, а как обсидиан сделать? Я уже не помню. Так, давайте факел, кстати, тут поставим. Здесь что, обсидиан? И подождите-ка. Блин, у меня влока ни одного нету. Там действительно обсидиан. Ну, блин, у меня нет ни одного блока в инвентаре. Так, лук уберем. И, например, доски. Хотя нет, доски.
знаю почему. Давайте вот так сделаем и вот так. Да, действительно отсиден, смотрите. Мы уберем всю эту воду. Все. Хорошо. Вот получаем один обсидиан. И еще один обсидиан. И еще один обсидиан. И еще. И еще. И. Еще. А, нет. Отойди, собака. И еще. И. Блин. И еще. Так, раз, два, три, четыре. Так, я даже не помню, сколько там обсидиана-то надо. Снова вот так. Все, мы слышим. Еще один обсидиан. А, да, таким читерским методом. Но сейчас искать эту лаву, это очень долго. Отойди, блин. Значит, тебе неприятности. Нет, вот тебе повезло. Геймод, собственно, 0. А, да, и еще можем. Так вот, напоследок еще раз сделать, смотрите. А, у меня же одно читерское ядро осталось. Надо их уничтожить. Ну, пусть они там выйдут, у нас так 3 ядра. В общем, Копаем. Это будет, я знаю, это будет очень долго. Ну а что теперь поделаешь? Придется таким образом выживать. Сейчас, народ, я вернусь. Итак, я вернулся. Сейчас давайте уберемся. И будем копать дальше обсидиан. У нас уже 2. Ну, по-моему, 16 надо, и сколько там? Точно не помню. Так, 3. А, ведра, которые нам не нужны. Так. А. Теперь надо... Уже 5. Сейчас. Все, я тут. Так, у нас сейчас будет 6, нам надо плюс еще, наверное. Действительно, еще, наверное, надо. А, так. Давай. Отлично. 7. Восемь. А, 10. Даже не помню, сколько там надо, но можно упрощенный построить. А не полный. Для полного там еще больше всего надо. Для упрощенного там. Так, то есть 10, да? У нас 10. Там надо, по-моему, сейчас я тогда схожу, прочитаю, ну, сколько там надо. А, и так, у нас оказалось столько, сколько нам и надо для упрощенного. То есть нам надо 10. Получается, нам пишем вот так. И мы оказываемся на той полянке. Что нам теперь надо? Сколько там много мобов. Так, теперь нам... Строим портал, он строится вот так. Это как бы... Так. Раз, два, три. Так. Раз, два. И... Раз, два, три. Все. Теперь рушим блоки. Вот эти вот рушим. Так, он что там остался? Ладно, сберем. Так, и берем огниво и... Вот, да. Сейчас мы, давайте, сделаем мини-базу на время. Можем жить в раю, но тут пока что сделаем такую мини-базу. Как-то я странно поставил. Ладно. Сейчас вот так сделаем. И... Так, и еще давайте сделаем сундук. Сундук, да, один.
это все ложим. Все, что нам пока не понадобится. Так, вот так. И вот, все. Мы готовы. Так, сейчас мы будем...